RU&GRU – это бесплатная программа-помощник для тех, кто много печатает. Как правило, мы не смотрим, какую раскладку клавиатуры используем для набора текста. И иногда случается так, что мы набираем текст не теми буквами, что нужно. Вместо русских букв пишем английские, а вместо английских – русские. Скольким же людям приходится стирать напечатанный в неправильной раскладке текст и набирать его заново, но уже в правильной раскладке клавиатуры? Страшно и подумать. А сколько людей из-за этого теряют мысль и уже не могут дословно восстановить ранее напечатанный текст? Вот для того, чтобы сэкономить ваше время и нервы, и была создана программа RU&GRU. С ее помощью можно легко переводить текст, набранный латиницей, в кириллицу, и наоборот, текст, набранный кириллицей, в латиницу. Программа поддерживает русский, украинский и английский язык, то есть русскую клавиатуру, украинскую клавиатуру и клавиатуру США. Так что с ее помощью вы можете не только конвертировать между собой латинские и кириллические символы, а и осуществлять быстрый перевод с русской раскладки клавиатуры на украинскую и обратно. Основные возможности программы. Конвертация символов с английской раскладки клавиатуры на русскую. Конвертация символов с английской раскладки клавиатуры на украинскую. Конвертация символов с русской раскладки клавиатуры на английскую. Конвертация символов с русской раскладки клавиатуры на украинскую. Конвертация символов с украинской раскладки клавиатуры на английскую. И конвертация символов с украинской раскладки клавиатуры на русскую. Программа RU&GRU портативная. Ее не нужно устанавливать на компьютер. Портативность, маленький размер и быстрая скорость работы – вот главное достоинство программы RU&GRU. Как работает программа? Посетите официальный сайт разработчика программы и скачайте последнюю версию RU&GRU. Если вы скачали программу в архиве, то нужно извлечь файлы из этого архива. Запустите программу, дважды кликнув по ней левой кнопкой мыши. Отметьте галочкой пункт «Сворачивать в трей» и сверните программу. Если при наборе текста вы напечатали его в неправильной раскладке, то скопируйте неправильно набранный фрагмент текста, сделайте клик правой кнопкой мыши по иконке программы в трее и кликните «Конвертировать». После этого вернитесь в редактор, где вы напечатали текст, и нажмите «Вставить». Есть и второй способ использования программы. Скопируйте текст, набранный в неправильной раскладке клавиатуры. Вставьте его в первое верхнее поле для ввода текста программы RU&GRU. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ – установив курсив в верхнем поле и нажав сочетание клавиш Ctrl-V. Второй способ – кликнув в верхнем поле правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт «Вставить». Третий способ – кликнув по иконке «Вставить» из буфера обмена, которая находится в главном окне программы RU&GRU. И последний способ – перейти в раздел меню «Правка» и кликнуть по «Вставить текст из буфера обмена». Отметьте исходный язык,
это тот язык, в котором набран текст изначально. Нажмите ту кнопку, на раскладку какого языка нужно конвертировать ваш текст. Преобразованный текст появится во втором нижнем поле. Все, что вам остается, это скопировать его и вставить туда, куда вам нужно. Скопировать текст из программы RUNGRU также можно разными способами. Первое. Кликнул по иконке «Копировать преобразованный текст», которая находится на главном окне программы. Второе. Выбрав в разделе меню «Правка» «Скопировать преобразованный текст». Третье. Выделить текст в нижнем поле и нажать сочетание клавиш Ctrl-V. И последнее. Выделить текст в нижнем поле, кликнуть правой кнопкой мыши по нему и выбрать в появившемся контекстном меню пункт «Копировать». Примечание. Можно не выбирать исходный язык, а оставить авто. В таком случае программа все равно произведет конвертацию текста, но при этом некоторые символы могут быть преобразованы неправильно. Следует об этом помнить. Более подробную информацию о работе программы RUNGRU читайте на сайте разработчика Denik.ru.